представляем фирму нашей РВС. Я Михаил. Я Андрей. Мы хотели немножко рассказать вам о своих ножах, новинках и о моделях, зарекомендовавших себя уже эксплуатации. Да. Вот представлено несколько наших изделий. На данной выставке мы представили пару спасательных моделей, которые гости выставки спасателей оценили, уже подходил человек из Министерства чрезвычайных ситуаций, посмотрел, сказал, что модель может пользоваться спросом в определенных экстремальных ситуациях, но это разрезание ремней, разрезание одежды, какие-то там действия по спасению людей. Также вот есть наши модели, зарекомендовавшие себя уже не первый год. Это базовая модель М469. Также мы ее называем УАЗик. На ней вот изображен УАЗик. С этой модели начиналась наша фирма. И за 6 лет она показала себя как надежная, неприхотливая, хорошее изделие. Данная модель имеет дополнительный стеклобой. Если, не дай бог, придется пользоваться для того, чтобы покинуть, например, аварийный автомобиль, на этом ноже есть и стеклобой, и если, которым удобно себя освободить. Ну и как туристический нож, его тоже удобно использовать. Вот небольшой нож. Хорошо, баран. Тогда надо понимать. Есть такое понятие, как городской нож. Вот вполне подходящий для этого варан. Клинок 9 сантиметров, удобная нескользящая рукоять из материала, рукояти из микарты, которую мы делаем сами. Вся вот эта вот микарта, вся цветов, это мы сами производим. Еще два варианта ножей, тоже прототип, который мы хотели представить на этой выставке, это вариант универсального такого охотничьего ножа, который можно использовать для разделки дичи добытой. И вариант, так скажем, рыбацкого ножа, да, это модель Сарган, она у нас давно в производстве, но периодически возникает спрос, сделан именно формат такого рыбацкого филейного ножа. Все ножи выполнены вручную, гарантированного качества изготовления. Работаем с проверенными материалами, микарту мы производим сами. Сталь используем в основном немецкую круповскую сталь 440C. Можно, может быть, рассказать? Да, можно. Для наших ножей мы изготавливаем из кайдекса. Это АБС-пластик. Для варана. Да, эти ножны отличаются от кожаных своей функциональностью повышенной. Жесткое крепление, которое позволяет сохранить клинок целости и сохранности, при этом гарантирует своего владельца от того, что ножны будут прорезаны и можно получить какое-либо повреждение. При этом ножны получаются очень универсальные. Основной вариант крепления – это использование пистолетные клипсы для крепления на поясе. Вариант подвеса – дополнительные отверстия. С помощью паракорда можно привязать к любому снаряжению, к поясу, ручкой вниз, сторону. Также имеется вариант подвеса, свободного подвеса для больших ножей тяжелых. Стандартный полусвободный подвес на петле. Вот такого универсального подвеса с карабином. То есть можно подвес оставлять на поясе. При этом нож в ножнах снимать, убирать в сумку, позволяет достаточно мобильно с этим ножом работать. Приходите к нам, приобретайте наши ножи. Мы находимся в Москве. Наши контакты несложно найти в интернете. Всего хорошего. До свидания.